Привет, это канал Взлет, меня зовут Ольга, и в этом видео мы с вами обсудим и протестируем новую туалетную воду от компании Oriflame Mr. Giordani. И подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы смотреть новинки компании Oriflame в сторис и в прямых эфирах прямо со съемок. Поехали! Непредсказуемый и запоминающийся невероятно харизматичный аромат – это Mr. Giordani. Приходит аромат вот в такой картонной серебристой упаковочке. И сам он выполнен из толстого граненого стекла новой формы, украшен серебристой крышечкой. И крышечка украшена логотипом Giordani Gold. Мне кажется, что такой флакон придется мужчинам по вкусу. Он такой тяжеловесный, его приятно держать в руке. И объем новой туалетной воды 75 мл. Парфюмер данного аромата Натали Лорсон. Натали является главным и ведущим парфюмером огромной компании по производству ароматов и ароматического сырья по всему миру, которая называется Фёминич. Она не только толковый менеджер, но и блистательный парфюмер и доказала это огромным списком, который ведет уже третье десятилетие. Натали Лорсон родилась и выросла в увенчанном парфюмерной славой французском городке Грассе. И ароматы Натали уникальны, и они никогда не повторяются. Это ее визитная карточка. Ее наиболее яркие достижения – это ароматы для Givenchy, Roberto Cavalli, Yves Saint Laurent, Versace и многих других именитых брендов. И для компании Oriflame Натали тоже создала огромную коллекцию уже классных ароматов. И совсем недавно вышли новинки в Oriflame, тоже ароматы Натали Лорсон, премиальные – это Sublime Nature. В 2015 году Натали получила признание как парфюмер года по версии французского журнала Cosmetic Мэг и Итальянской парфюмерной академии, а в 2016 году она получила титул мастера, это высочайшее признание в парфюмерном мире. Мечты парфюмера Натали направлены на создание одного уникального классического аромата, который был бы ее визитной карточкой, и все, когда его бы тестировали, сразу бы говорили, что это ее аромат. Именно такого аромата, который отличал бы ее абсолютно от всех других парфюмеров. Кто знает, может быть, именно этот аромат является воплощением мечты Натали. Вообще шикарный аромат просто. Это настолько мужской аромат. Он до мозга костей мужской. У него очень чувствуются мужественные ноты. То есть это современный активный мужчина. Да, наверное, вот это самое подходящее слово, которая навевает мне этот аромат. Давайте же обсудим пирамиду. Mr. Giordani – это привлекательная современность с элегантным характером. Экстремально свежий аромат открывается неожиданной комбинацией искрящегося грейпфрута и пикантного имбиря. Сильное чувственное начало подчеркнуто зеленью терпкой герани и бодрящим пряным перцем. И уникальный ветивер топ добавляет своей свежестью изысканного шарма прямо в настоящих мужских традициях. Ветивер топ – это ключевой ингредиент новой туалетной воды Mr. Giordani. Это уникальная яркая нота ветивер последнего поколения. Он более яркий, более свежий, более живой, традиционно древесный, но более современный, чем предыдущие версии ветивера. И я хочу поделиться своими впечатлениями с теми, кто знает старую линейку компании Oriflame. Когда я потерла каталог, и сейчас вот во время съемки мы тестировали этот аромат, и мы в один голос все продолжаем говорить, что этот аромат очень-очень сильно напоминает аромат Демарка. И если мы посмотрим на композицию Демарка и на композицию нот аромата Giordani, то мы увидим совпадение в нотах герани, в цитрусовых нотах и даже ветивер, он тоже совпадает. Ну просто здесь он более современный. И вот та кожаность, которая присутствовала в аромате Демарка, она также присутствует и в аромате Mr. Giordani. Тоже такой мужчина в стиле туалетной воды Mr. Giordani. Он пленяет своей харизмой, своей уверенностью, своим магнетизмом. Он не боится быть чувственным, и он везде, где появляется, восхищает всех, как улыбка. Он покоряет всех с первого взгляда. Порадуйте себя, если вы мужчина, и своего мужчину, если вы женщина, новым, современным, свежим, элегантным мужским ароматом Mr. Giordani. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы смотреть новинки компании Oriflame вместе со мной. И нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть наши видео первыми.
Пока-пока.